Сработало! Обалдеть! Хо-хо-хо-хо-хо! Вы это видали? Эй, друзья, всем бугагашечки, всем море приветов, Нептун здесь, это рубрика «Инди-ужастики». Подрубрика «Игры про Сайку Носу Тока, но шики». Совсем недавно в игрушке вышло обновление, версия 2.0.3. В игру был введен интересный геймплейный момент. Это телефон. Вообще, по идее, телефон был изначально. Мы его находили, и с помощью трекера на телефоне мы могли разыскать кролика. В этом обновлении функции телефона расширились, и можно сделать несколько прикольных и угарных, и даже необычных вещей. Сейчас будем все это дело обозревать. Но, друзья, перед этим небольшая рекламная вставочка. Как вы знаете, на канале появилась рекламка. Я вообще обычно стараюсь делать это редко, а раньше вообще не было рекламы. Но, как вы знаете, сейчас время непростое. В общем, иногда реклама на канале может быть. Прошу отнестись с пониманием. Да и к тому же вы можете для себя открыть какие-нибудь новые каналы. Например... Приглашаю вас на канал Walking to Hell, где автор делает летсплеи и проводит стримы по играм разной тематики. Ламповая и приятная атмосфера, общение и приятное времяпровождение. Залетайте, автор всем будет рад. Ссылка на канал в описании. Так, думаю, лучше всего начать сон пробуждения. Относительно простенький режим, Сайка не будет нам мешать. Судя по сове, храм где-то с левой стороны. Короче, давайте найдем храм. Там же, по идее, все теперь открыто. О, вижу. И телефон. Как я уже сказал раньше, да, во вступлении он и раньше был, но теперь появилось много чего прикольного здесь. Например. Да, кстати, это телефон главного героя. Я изначально предположил, что это телефон Юи, но нет, это телефон главного героя. Он же влюблен в Юи, поэтому она у него, видите, так вот невинно сфоткана и на заставочке. Замечательно. Что мы можем теперь делать? Смотрите. Во-первых... Мы можем звонить. У нас появилось 3 новых номера. Раньше ничего из этого не было. Можно позвонить себе. Но я не могу позвонить сам себе. Хотя гудки идут, это странно. Ну, типа, забейте. Мы можем позвонить Юи, представляете? Ну-ка, давайте. Эй, собака, отвечай. Юи. Она не хочет. Я могу позвонить демону. А демон, кстати, иногда может помогать нам. Например, он может убить либо Юи, либо Элису. Я опоздаю. Так что подожди немного. От тебя зависит, ждать или нет. Ну, то есть, можно воспользоваться услугой демона, а можно и нет. Странно, что мне Юи не ответила. Хотя, с другой стороны, я же выбрал легкий режим. Скорее всего, ее здесь просто нет. Так, еще раз давайте позвоним. Я выбрал нормальный уровень сложности, если что. Я убью тебя. Она ответила. Обалдеть. А демон? Может, он уже пришел? Может, он уже рядом? Я опоздаю, так что подожди немного. От тебя зависит, ждать или нет. Но он все еще где-то далеко. Ну ладно, мы с ним еще потом поугараем. Я действительно красивая. Так, давайте найдем Юи. Где она? Камень. Не знаю, стоит ли его взять. Не, лучше все-таки возьмем телефон. С собой. Вдруг это будет как-то, ну, важно. Его держать в руках. К тому же у меня есть камера, может, я смогу ее зафоткать? И если мы можем ей позвонить, соответственно, у нее тоже должен быть телефон. О, да ладно. Она может нам звонить. Алло? Я сюда по горло твоим детским поведением. Вот же гадина. Она знаете, что делает? Она нам звонит, чтобы угрожать. Чтобы держать нас в напряжении. А еще, чтобы, скорее всего, определить, где мы находимся. Если я так понимаю, что у меня телефон зазвенит, то, скорее всего, именно в эту точку сейчас будет бежать Юи. Это очень хитрый способ. Но мы также можем и ее местоположение узнать. А, вот она. Привет. Что она делает? Улыбнемся. Что? Она меня снимает? Она меня снимает на память. Привет. Давай я тебя тоже поснимаю. Алло? Улыбочку, Юи. Во, какой я красивый. Она мне позирует? Обалдеть, вы это видали? Она только что мне позировала. Ау, больно. Юи, воу. Хватит пихаться.
Может быть, ты мне хотя бы это попозируешь немножечко тоже? Алло, не хочешь еще попозировать? Ля, какой? Какой марки телефона у нее? Apple? Здесь ей на меня насрать, она меня просто фоткает на память. Улыбнемся, она говорит, ну типа скажи сыр. Нет, она меня все равно режет. Ау! Юи! Юи, хватит! Не убивай меня! Я хочу посмотреть, как работает твоя камера. То есть она, по сути, иногда просто отвлекается на телефон, и это дает нам возможность убежать. Давайте мы ее палкой слегка оглушим. Интересно, а можно телефон ее забрать? Нет? Нельзя. Блин, жалко. А представьте, я бы у нее отжал телефон, пока она оглушена. У меня было бы два телефона. Больно. О, слышите? У нее телефон звонит. Как ты посмел? Ну, я ей не звонил сейчас, кстати. Не трать больше времени зря. Я бы хотела, чтобы ты уже умер. А кто ей позвонил только что? Она там с кем-то болтает? Или она мне звонит? Она мне звонит! А мой телефон ты еще в храме сейчас, друзья, новую попытку сделал? Просто посмотреть еще раз, как это все работает. И, блин, она мне набирает телефон. То есть, если я телефон не возьму, то мне будет проще играть. Она не будет знать мое положение, а я как раз таки ее буду знать. Потому что пока она меня набирает и идут гудки, она раскрывает свое положение. Вон, конец-то. Но как только мы возьмем телефон, она будет там тоже наваливать. О, видите, уже все. Уже наваливает. Хочу помочь, но не знаю, где ты. Конечно, конечно. Хочет ты мне, она мне помочь. Ага. Я знаю таких помощниц. Сегодня они хотят тебе помочь, а завтра они отрубают тебе голову ножницами. Да-да-да. Такие вот маньячки-помощницы. Ля какая. Смотрите, там себя селфит вовсю. Спалилась. То есть, представляете, ей вообще как будто иногда на меня насрать. Она просто... Она селфится вовсю. Алло, здрасте. Ответь мне, пожалуйста. Ау, я тебе вообще-то позвонил. Впихаются еще. Зачем ты фоткаешь мое лежачее тело? Мне не прикольно. Она меня повалила, главное, и просто и фоткает. Только никому не показывай, а то все будут угорать надо мной. Типа, меня побила девчонка. Давай, попозируй. Она мне воздушный поцелуйчик отправила. Видали? Чё, ржёт надо мной? Ай! Чёрт. У неё появились новые анимации. Она то мне позировала, вот помните раньше, да? Теперь вот воздушный поцелуйчик отправила через камеру. Это прикольно. Во! Селфач! Идеально! Так, улыбочку! Я селфи маме отправлю. Так, еще пару кадров, давай, давай, давай. Йой, да ты фотогенична! Ты просто львица! Воу! Вот это да! Вот это уж точно львица! Она меня ваншотнула! Ты не можешь, если ее победить, позвони мне. И может быть, я разберусь. Демон как бы намекает. А давайте позвоним и узнаем, что будет. Так, она сейчас где-то за мной бегает. И давай, 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 давай. Демон, приди! Демон, приди! Я занят прямо сейчас, позвони позже. Что? В смысле ты занят? Ты охренел, что ли? Я тебя освободил, ты мне должен. Занят он, видите ли. Так, ладно, где Юй, где Юй? Она где-то здесь бегала сейчас только что. Нужно, короче, звонить тогда, когда она рядом. Тогда это, по идее, должно сработать. То есть нам нужно ждать момента, когда она ко мне подбежит. Во, во, стой здесь. Стой, Юй. У меня для тебя сюрприз. Так, не убивай меня, ладно? Во, идеальное время. Пока она селфится, короче, сейчас я позвоню демону. И проверим эту фишку. Сработало! Обалдеть! Вы это видали? Она тупо снесла ей голову и руку. Обалдеть! Ну, демон снес.
Все, ее больше нет. А в этом случае, друзья, что делать? Если мне нужно ключ взять. От нее осталась только голова, тела я не вижу. Мне, к примеру, нужно сбежать. А где я возьму ключ? Он же висел у нее на теле. Как мне теперь спастись? А? И? Бо, можно в футбол поиграть с мячиком. Ну вот, я полностью одел и обул Сайку. Глаза есть, кости тоже. Она очень голодна, но толку от этого немного, потому что подружки моей нету. Нету здесь Юи. А, соответственно, и ключа тоже нет. Что делать, я не знаю, если честно. Возможно, может быть, сделать так, чтобы меня съела Сайка от голода, а я при этом зелье выпью. Я же воскрешусь. Ну вот, давайте я беру зелье. Давайте мы его выпьем и попробуем довести Саяку до голода, чтобы она меня прям кушала. И, возможно, тогда я воскресну, и все будет прям чики-брики в дамке. Давай возьмемся. Ой, как это мило. Моя мертвая подружка. Серьезно, если я сейчас не смогу умереть именно так, чтобы она меня съела, что мне тогда делать? О, голод берет свое. Голодает. Начинает меня кусать. Давай. Давай. Я сочный вкусный Нептунчик. Давай. Ладно, я устал ждать. Я не знаю, сколько нужно прождать, чтобы она оголодала и начала меня убивать. Но это, видимо, очень долго. Поэтому вот вам урок на будущее, друзья. На этом режиме сон пробуждения лучше Юи не убивать, пока вы не взяли у нее ключ. Иначе можно здесь застрять навеки вечные. О! Наконец-то! Давай-давай-давай, жри меня полностью! Бум! Да, кстати, можно... И все, в принципе, я воскрес. Начинается та самая концовка, где мы можем сбежать вместе с Саякой. Только нужно дверь найти. В принципе, можно, но это муторно. Давайте посмотрим. Все. Открываем концовочку. Сейчас Сайку найдет здесь ключик, и мы спокойненько сбежим. 2000 years later. Или нет. Потому что у меня почему-то черный экран. Так, давайте кое-что проверим. Это сон гниения. Тут ее есть и... Элису. Посмотрим, что будет... Можно ли ее телефон как-то забрать? О, а вот и Элису. Так, она предлагает ей яблочко. А та ее фоткает, смотрите. Обалдеть. Бау! Кровь, кишки наружу. Я, конечно, все понимаю... А давайте попробуем демона вызвать. Может, он прикончит Элису? Это было бы эпичненько. Ау! Ты помешала мне! Твою мать, что с телефоном? Смотрите, он на воздухе, он просто в воздухе завис. Там анимация держания телефона осталась. Уй-уй. И все. Нет, ну это логично. Она умерла, телефон, получается, все. Он выронился. Можно как-то его, наверное, подобрать с каким-то макаром, все. Элиса нету, так, можно ли взять его? Я могу пихать. На ку. Мертвую бедную Юи могу пихать. Здрасте, все. Она меня не может тронуть, потому что я на тело забрался. На тело Юи. Да, смотрите, я звоню Юи, вот телефон ее. Звонит. Я прям его слышу. Лол. А давайте демону. Может, он грохнет Элису, это будет угарно. Реально, работает! Бум! Ну да, это жестко. Причем он ее, как бы, не знаю, убил ее или нет, он просто ее утащил. А Юю, помните, он просто снес ей голову там, разорвал на части. Я могу пихать воздух. Лол. Ладно, окей. Ножницы, понятно, можно взять. Почему телефон нельзя взять? Какая там марка? Хоть рассмотреть его? Непонятно. Там какой-то символ? Лол. Честно, я немножко в шоке. Было бы забавно, если бы телефон можно было взять. А Элису, интересно, вернется или нет? Вроде как, кто-то мне говорил, что она рано или поздно должна вернуться. Со временем.
Да, кстати, смотрите, она вернулась. Воу, аккуратно. А можно как-то еще раз вызвать демона и еще раз, короче... Не успел. Да, наверное, можно. Демон просто ее заново заберет. И все. Ну, собственно, вот такое вот обновление, друзья. В сущности, это слегка меняет геймплей, да. Можно полить ее с телефоном, она может полить меня. Иногда, когда прям очень сложно и прям подпекает, демон может помогать нам убивать кого-то из них. Юи он убивает полностью, а Элису он, видимо, убивает на время. Она потом приходит обратно. Это немножечко корректирует прохождение, возможно, отчасти сложнее, где-то проще. Но кардинально на геймплей, кардинально на... какие-то новые концовки, это никак не влияет. Но это прикольно, возможно, в будущих обновлениях появятся какие-то новые номера, было бы угарно. А также, друзья, я пока еще не совсем понял механику именно фотки, то есть у нас есть камера, она пока никак не задействована, то есть нельзя фоткнуть, можно посмотреть на себя, то есть сделать селфач, но опять же нельзя щелкать, а Юи почему-то фотографирует, а мы не можем. Возможно, в будущем разработчик сделает обнову и позволит нам фоткать на смартфон, да, то есть вспышка. Может быть, как-то можно ослепить на время Юи или Элису, было бы очень круто. Но пока что эта функция не активна. Ждем будущих обновлений. Большое спасибо за внимание, друзья, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, а также жмякайте на колокольчик непременно, чтобы не пропустить новые видео на канале. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой Бусти, на мой Дзен, на мой Дискорд. Все ссылочки там снизу в описании. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока.